Подопечные Владислава Родникова надевают заслуженные золотые медали городского этапа соревнований «Кожаный мяч». В прошлом году им удалось занять на турнире лишь последнее место. Год усиленных тренировок и работы с командой не прошел зря. На этот раз юные футболисты доказали, что они лучшие в своей возрастной группе. Футбол – это все. Это эмоции, и дисциплины, и тренировки, и старания, и много, и воля к победе. Вот. Вообще, самое главное, чтобы ребенок, человек сам этого хотел. Если он не хочет, то ничего не будет. Главной целью турнира как в советские годы, так и в наше время была и остается популяризация дворового футбола. На городском этапе «Кожаного мяча» в этом году выступили 17 команд. Лучшие из лучших определялись после нескольких недель соревнований. Вы будущее саровского и российского футбола. Ведь таланты вырастают из детского футбола. Даже достигнув зрелого возраста, я вспоминаю всегда детскую футбольную жизнь. Юные футболисты боролись за победу в турнире в четырех возрастных категориях. Команды играли по традиционной круговой системе. За победу судьи присуждали 3 очка, за ничью – 1, за поражение – 0 очков. Победители и призеры определялись по общей сумме набранных баллов. Когда много ребят участвует, тогда формируется сильная сборная, потому что проходит хороший отбор. Все ребята мотивированы, они смотрят, как другие участвуют, и также хотят тут побеждать и входить в состав сборной. В середине мая саровские футболисты отправятся на зональный этап турнира «Кожаный мяч» в Арзамас. Дарья Цапарыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.